Всем привет! Купил еще одну зарядочку от Сурона. Получил. Маська в кадр лезет. Причем взял удачно. Там что-то 4000 всего. Это правда уже бушная. Тут я покупал новую. Сейчас сразу посмотрим. Так, ну вот тоже 67,2, 10 ампер. Так-то, в принципе, состояние все нормальное. Штекер надо будет опять переделать. Ну и вот сразу, как она отличается от предыдущей. Вот. Разве что разные наклейки. Так-то, я думаю, в принципе, там все одинаково. Хотя вот видно тоже разъемы разные. Отличаются. Так-то, я не знаю, что тут показать еще. Так что будем заряжать теперь двумя по 10. Всем спасибо.